Почти весь ноябрь на Кубани держалась не по-осеннему теплая погода. Казалось, это бабье лето просто припозднилось, да еще и задержалось на довольно длительное время. В последние дни погода вполне соответствует осеннему климату. На улице ветрено, холодно и дождливо. Но недавно небесная канцелярия снова преподнесла сюрприз, при этом не очень приятный. 25 ноября днем, в считанные минуты, небо потемнело, поднялся сильный ветер, началась гроза. За 50 минут выпало 11,3 мм осадков. Это довольно много, учитывая, что среднемесячная норма 67 мм. Чтобы спрятаться от разгулявшейся стихии, люди толпились на крыльце городского дома культуры и даже зашли в гости к нам на телевидение. Ужасно просто вообще. Невозможно добраться. Однако не всем непогода в тягость. Некоторые находят в этом положительные моменты. Скажи, погода тебе как такая? Вообще классная. Супер. А осень, представление о осени такое, дождливое, вообще прикольно. Из-за буйства стихии некоторые участки Славянска на Кубани были лишены электричества. Но, по словам энергетиков, неполадки устранили в течение нескольких часов. По данным славянских метеорологов, дождь с грозой ожидается в нашем районе и в ближайшие дни. При этом скорость ветра может увеличиться до 20 метров в секунду. На 26 ноября управлением МЧС по Краснодарскому краю объявлен режим повышенной готовности. Из-за проливных дождей и ветра в некоторых районах Кубани возможно возникновение чрезвычайной ситуации. Алена Теплова, Дмитрий Пухальский, Дмитрий Натура, Александра Тимовская. Программа «События».